Доброй ночи. Всем доброй ночи. Привет. Доброй ночи. Алейкум ассалам. Алла, привет. Спасибо. Спасибо. Алло. Привет. Я только вернулась. С Первого канала были съемки передачи с Андреем Малаховым. Пусть говорят. Доброй ночи. Я хорошо, спасибо. Здравствуйте. Отлично выглядите, спасибо. Очень красивая, спасибо. Голос ласковый, спасибо. А Ди не перезвонила, только вернулась со съемок. Макияж со съемок, да. Тема про погоду. Про глобальное потепление или похолодание. Якутск, привет. На Кипр в августе улетаю. Тема про погоду. Хай, привет. Передача про погоду была. Завтра в 19:50 покажет. Не сплю, потому что только приехала. Мои, а да, все спят. Привет. Спасибо. Дети когда вернутся в августе? В Крыму? Ну, возможно, я в Крым тоже приеду, не знаю. Привет, салам, алейкум ассалам. Про погоду актуально, плюс 36, да, там, кстати, было и про аномальную жару тоже. А какие планы в ближайшее время? Пока никаких. Я вот думаю, надо найти мне рабочих, чтобы зал отремонтировать. У кого есть хорошая бригада рабочих? Мне нужен электрик и еще поклеить обои нужно, да. Стены подготовить. Привет. Да-да-да, скоро в купальнике. Скоро. Бассейн. Очень красиво. Спасибо. Видео с рецептами. Ну, я и так очень часто выкладываю. Как стать еще более женственной? Дайте совет. Просто будьте мягче, будьте ласковее, улыбайтесь чаще. Какой у вас натуральный цвет волос? Ну, практически то, что есть. Дом 2 параши. Не смотрите. Привет, привет. Ай. Почему не спите? Потому что я только что вернулась со съемок. Привет. Хай, леди. Вы были на «Пусть говорят»? Да. Была. С Самсоновым мы общались буквально месяца 2-3 назад, наверное. Привет. Любимый аромат. У меня много любимых ароматов. Сколько тебе лет? Много. Нравится новая машина? Да, нравится. Один минус, то, что
она настолько быстро ездит, что все время хочется на педаль нажать. Самсонов живой, конечно. У него сын растет, красавица жена. Когда вы спите? Ну, скоро пойду спать. Привет, красавица. С удовольствием смотрю ваши рецепты. Спасибо большое. Привет. Алла. Баку, привет. Иран. Что-то тут иностранцев столько много. Русские спят, что ли? Эй! Кто не спит? Польша, привет. Да, одни иностранцы, Мадина. А, Лос-Анджелес, привет. Да, у меня была Ниссан Тиана. Брест, привет. Спортом занимаетесь? Пока нет. Но собираюсь. Сахалин не спит. А сколько сейчас на Сахалине времени? Я не сплю, потому что только приехала. Швеция, привет. Люберцы, привет. А покрывало, которое заказываете, вам нравится? Очень. Подольск, привет. Липецк, привет. Электросталь, опчки. Это кто у нас там не спит? Тула тоже не спит, привет. Хабаровск, утро. Так непривычно. Сколько градусов? По-моему, сейчас градусов 11 было. Киев, привет. Дагестан, привет. Собака Бузова умерла? Понятия не имею. Привет. Как удается держаться в тонусе? Настроение. Давайте вопросы задавайте. Или я спать пойду? Го в Крым. О, дом 2. А сколько сейчас в Крыму, кстати, градусов? Kiss me. Польша сейчас 0.35. Настроение отличное. Ассаламу алейкум. 45 днем. Ничего себе. Что-нибудь растет на огороде? Кабачки хорошо растут. Помидоры, черри хорошо растут в открытом грунте. Боже. Дети нет, не все со мной живут. Нидерланды, привет. В августе я поеду на Кипр. Посуда Фисман класс, да, согласна. Куда Олег будет выступать? Высшую школу экономики. Ты армянка? Нет. Во Владивостоке жара. Приезжайте в гости. Вам идет такой маяк. Спасибо. Олег хорошо сдал экзамены. Очень. За грибами еще пока не ходили. У меня муж ходит, я не хожу. Гусев и Романец, что у них? Я так понимаю, что они расстались. Должна быть, была быть свадьба 7-го, я должна была быть
поехать в гости на свадьбу. Ну, походу расстались они. Свадьбы не будет. Когда же будет лето? Сегодня на передаче был заместитель начальника гидрометцентра, по-моему. Вот, он сказал, что потепление начнется с субботы, что самый холодный день будет в пятницу, а с субботы начинается потепление и обещает как минимум неделю тепла. Краснодарский край, привет. Будет свадьба, думаете? Не знаю. Олег на машине еще пока не ездит. А он идет в автошколу учиться. Знаете, что Любеш про вас говорит плохо? Ну пусть, говорит. На море люблю на Кипр летать. И только хорошо, она сейчас на Кипре. Так, опять одни иностранцы. О боже. Я читаю не избранных, я читаю только русских. Ладно, все, спокойной ночи. Всем пока.